год назад он спел «I'm sexy and I know it», и население земного шара ему безоговорочно поверило. Да и как иначе, энергетика в клипах и на живых выступлениях превышает все возможные показатели. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. То, что фронтмен LMFAO, Red Fu и Пати Рок Крю доберутся со своим шоу до Ростова, не верили даже самые отчаянные фанаты. Но билеты на концерт покупали за несколько месяцев до назначенной даты. Первые зрители очередь в зал занимали за полтора часа до концерта, чтобы пробиться ближе к сцене. Правда, ажиотаж не оправдался. Дворец спорта заполнялся медленно и без эксцессов. Когда я узнала об этом, я была просто в шоке, потому что... Ростов-на-Дону, не часто приезжают к нам американские звезды, а тут так. Вот, и решила, купила билет. Ну, готовилась к концерту, слушала какие-то песни? Конечно, там, целыми днями только и слушала, просто все альбомы. Особо верные фанаты ко встрече с кумиром подошли основательно. Не только песни прослушивали, но и наряды готовили. Одежду в стиле пати-рок одни заказывали на специальных сайтах, другие мастерили из подручных материалов. Майки заказывали еще в апреле, где жена там, а билеты купили недели две назад. То есть майки купили не к концерту, да? Да. Просто? Очень нравится группа, можно сказать, что поклонники, и поэтому решили заказать. Sorry for Party Rockin', Party Rock, I'm Sexy, но это Champagne Showers. Очень нравится группа и песни отличные. Как только узнали, что приезжают в Ростов, решили, что шанс нельзя упустить и надо идти. Тут такие звезды, они приехали, обязательно нужно им понравиться, показать свой стиль, что они крутые, чтобы парни. Чтобы они к нам еще раз приехали. Да. Здесь все свои. Ну, любимая это Everyday I'm Shuffling и I'm Sexy and I Know It. Это самые любимые песни. Танцевались эти клипы, пересматривались чуть ли не каждый день, танец этот великолепный. Да, ждем Red Fu, чтобы с ним отжечь. Концерт изначально был заявлен как большое танцевальное шоу, но подробности организаторы не разглашали. Даже оформление сцены держали в тайне. Только за несколько минут до старта за спиной диск-жокея зажигается огромный экран. Публика в восторге. Сюрприз номер один в действии. От общения с прессой Red Fu наотрез отказался. Причина – напряженный гастрольный график. Часы перед концертом американская звезда потратила на визит к массажисту. И, как водится, задержала выход ровно на один час. Ограничение в возрасте 12+ становится очевидным. На сцене настоящая вечеринка с сумасшедшими выходками, алкоголем и безумными танцами. Операторская съемка концерта тоже подверглась ограничениям. Однако, несмотря на все меры, любительское видео через какие-то минуты после концерта заполонило интернет. Дождя и шампанского по трек «Шампань Шаур», игрушки в толпе, конфетти и блестящие фейерверки. Но главный сюрприз вечера – новый трек от Red Fu. Скоро во всех плеерах страны. Everybody say, yeah, baby! Yeah, I gotta know where all my sexy ladies at. Make some noise! То, что LMFAO включили Ростов в свой тур, многие назвали огромной удачей. Эксперимент с большим шоу на маленькой сцене удался. Sorry for Party Rocking от Дарьи Кораблевой и Павла Вихрева.